Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, у меня алмазная лига, 30 ранг. Друзья мои, недавно тут за кадром играл. И 4 катки профукал. А играть мы сегодня будем за картошку бабах. Ну что, поехали. Будем пробовать выигрывать. Так, Джей, да? Против нас выступает. Я надеюсь, мы все-таки сможем здесь одолеть. Но тут супермозг. Супермозг. Ё-моё, вы серьезно? Что вы творите? А зачем вы мне надо... Ну вот как вот можно играть, ребята, а? Когда тебе просто имбу. Ой, тихо, ты что делаешь-то? Давай вот так вот сделаем. Да, начало, конечно, лихое. Особенно вот эти вот. Надавали мне тоже карта. Кактус. Ага. Зря ты, парень, радуешься. Тебе же ничего здесь не поможет. Ну что, атакуем? Минус чудило со шкафом. Так, дальше идет 3 энергии, но... Мне опять же поставить некого. А он вон делает надгробие, ребята. Кто там? Утягивает карту. Повезло тебе, хлыщ. Просто повезло. Ну что, я, наверное, выставлю кактус. Выставим с тобой кактус здесь, естественно, ребята. Она перемещает. Вот ты как, да? Ну, будь по-твоему, парень. Этот да выпендривался однозначно. Мы его переместим сюда, наш кактус. Так... Задумался. Ну, мы с тобой сделаем вот так. И, наверное, вот так. Я знаю, что этот ему не по вкусу, не по нраву. О, даже как. На тебе, гаденыш. С кровожадностью, да? Но он ее потратил. Отлично. Груша. Плюс шипастая лужайка. Что думаешь, стоит выставлять? Ну, сейчас посмотрим, что он будет делать. Если что, нам даже, может быть, придется его смещать. О, как. Так, секунду. Ух, я даже не знаю, ребята. Наверное, мы сделаем с тобой все-таки вот так вот. Что у него там есть, а? Заморозку делает. Фиг с ним. Так, перемещается, да? Запарил уже парень. Может, хорош уже? Все? Допрыгался, идиот. Так, дальше. Ставим с тобой защитника. Будем защитника выставлять, потому что, ну, другого, ребята, варианта нету. Иначе нас пробьют. Стоит он 7 энергии, то есть я всю энергию поставлю. Единственная надежда на то, что у него нету какого-нибудь там безумия или еще что-нибудь. Иначе будет больно. Так, он задумался, что? Так, делает эволюцию. Плюс берет карту. Ладно, предположим, ребята. Я сделаю вот так.
Ну что, у нас есть еще с тобой виноград на худой конец, да? Заморозку. Ну что, поехали. Так. Вот так. Две груши плюс виноград. Смотрим, что он будет сейчас делать. Жалко, нету, конечно, неуязвимости у меня. Именно ландшафта. Любую карту, которую поставит, она перейдет вот сюда. Потому что это деревце его притянет. Антигерой, да, он выставил. Мне кажется, он хочет сделать кровожадность. Мне именно так кажется, ребята. Слушай, я даже не знаю. Давай с тобой, наверное, сделаем вот так вот. Да? Этого сместим. Так, 4. И поставим, наверное, вот так вот. Просто хочу посмотреть, кто там у него. Оу, нет. Хотя, да. А, он же не здесь был. Все понятно, ребята. Если бы он был здесь наверху, он бы автоматически в воду перепрыгнул бы. А так как он его не поставил на возвышенность, он остается здесь. Так, ладно, смотрим. Блин, мне бы хинуться как-то. Оу, неплохо. Слушай, мы сейчас можем с тобой... О, вот это плохо, ребята. Это было плохо. Так, он бьет, пробивает, да? Ну, давай я сделаю вот так вот. И вот так. Поехали. Куда ты его перемещаешь? Сюда. Так, смотрим, ребята, что у него там выпадет сейчас. Бонусную атаку делает. Окей. Мы выживаем еще, ребята. Еще выживаем пока. А вот здесь вот плохо. Атакуем. Бумс, и крышка ему. Ну что, пока одна победушка в нашу, друзья мои, пользу. С картами, как ты понимаешь, все не очень хорошо зашло у нас. Но я все-таки отбился, слава богу. Ну что, поехали дальше. Поехали дальше вот с ландшафтом. Надо, наверное, больше ландшафта. Особенно шипастых вот этих лужаек. И, кстати, у меня что, два фонаря было? Или мне показалось? Так. Нифли какого-то там мне дали, по-моему, да? О, сальца, это плохо, ребята. Сальца, это плохо. Я даже не знаю. Давай попробуем. Да чтоб тебя. Нет, этого надо оставлять, ребят. Хорошо, есть первый ход. Стопроцентный причем. Сейчас будет своими танцорами меня здесь затравливать. По крайней мере, когда я играл за сальцу, я именно над... Вот это вот, вот эти вот надо убрать, листочки. Они здесь вообще не в тему. Смотри-ка, ничего не делает. Ага, пошло. Пошло, ребята, поехало. Блин, ну... Ну ладно, фиг с ним. Получили с собой урон. Так, 4. 4 энергии. Виноградина есть. Так, смотрим, кого он вызывает. Опа, опа, опа. Так, парень, вот это плохо. Это плохо. Что нам с тобой сделать? Бомбануть не могу пока, к сожалению.
Ха-ха, могилоед. Вперед. Истребляй, кто там у нас? Ага. Так, сделаем вот таким вот образом еще. Поехали. У него две энергии, сейчас что-нибудь может. Наносит 2 единицы урона. Понял. Оу, даже так. Вот эти листочки надо убирать. Совсем не в тему, ребят, они. Совсем не в тему. Кто там у тебя? Опять этого олуха выставляешь, да? Ну что, наверное, мы сделаем с тобой вот так вот. Плюс шаманство. Отлично. 3 энергии у тебя, парень, да? Сейчас может выставить кого-нибудь. Никого не стал выставлять. Защита. Ну, мину я пока выставлять не буду, естественно. Вот этого шитика сейчас мы с тобой уничтожим. Как? А вот так. О, нет, придется вот этого бомбить. Хотя, подожди-ка. Секунду. Мы сделаем с тобой правильно, да? Раз. Давай еще атаку. Сюда же. 2. Здесь мы поставим с тобой минку. Угу. Ну, в принципе, недостаточно. Так. Все? Отлично. Так, ну что? Шикарная карта. Разница, конечно, в здоровье у нас большая. Вот все-таки не хватает мне здесь растений для воды. Опа, опа, смотри-ка, что делает. Ты понял? Ха. Неплохой вариантик, но не совсем удачный. На тебе. Так, мы можем попробовать с тобой сделать кого-нибудь здесь другого. Ну давай посмотрим, кто здесь нам сделает. Ты серьезно, блин? Вот этого вот лошпына. Да. Мы его еще и обратно убрали. Вообще замечательно. Опять ты здесь. Ох ты. Ох ты. Смотри-ка, что он сделал, а. Ты полюбуйся на него. Так, на воду ставим, ребят. Нашего малыша ставим на воду. У нас с тобой есть еще защитник, об этом не забывай. Сейчас у него, правда, сработает бронька. У Сальца, кто там? Танцоры, подтанцовщики. Точно, ребята, у него подтанцовщики здесь. Но он не стал их тратить почему-то. Оу. Виноградина. Так, ну что, давай, наверное, мы сделаем с тобой лужайку. Да? И виноградинку поставим сюда. Просто посмотрим, что он будет делать. Молодец. 6 в лицо, на тебе. А вот и подтанцовщики вышли. Так, ну этот без атаки остается. Так, ну что, 5 хп, как ты видишь, у него остается всего лишь. Оу, 5 в лицо, да, 3 в лицо. Нет, все-таки 5 было. Ну что, рискуем, ребята. Рискую очень сильно. Я рискую очень сильно. Шипастая лужайка. Ну что, поехали? Ты понял, да? Все-таки не зря я перестраховался, друзья. Не зря. Орех. Так, он танцовщика сейчас поставит вот сюда.
Ну а теперь смотри, что мы с тобой будем делать. Я ставлю орех сюда. А это ставлю вот сюда. Пробуем. О, нет. Нет, 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 ребята. Ну это... Кто же знал? Я не знал, что у него есть безумие. К сожалению. Поэтому... Так бы я, конечно, бы его уничтожил бы. Ладно. Что заработали, то и потеряли. Да, тут, конечно, подловил. На этом, на этой магии, на этом заклинании. Ну, обидно, конечно, не спорю, но что поделаешь, ребят. Так-с, отлично. Блин, кое-что надо тут поубирать. Много чего лишнего у меня. Лепесточки эти никчемные, например, да? Потом растения, которые в руке постоянно может меняться. Это все не нужно. Так, ну что, пока терпим, ребята. Пока терпим, ждем, что он там будет выставлять. Ну, что-то пока ничего не делает. Крокодильчик. Угу. Берет карту. Еще одну карту. Не знаю, ребят, зачем он так делает. Ну, фиг с ним, пускай. Сюда я поставлю лужайку, а сюда поставлю кактус. Поехали. А, у него 1 единичка энергии. Он может убрать, конечно, кактус мне. Но он молчит. А вот он как делает. Его дело. Все. Отдуплился, ребята. Сейчас он допрыгается здесь. Че притих-то, я не могу понять. Че-то он притих. Думает. Обдумывает, да? Свой план действий. План захвата Барбаросса. Хильнуть решил его. Но меня на самом деле не это больше интересует. Мне, наверное, вот так вот. Упс. Упс, друзья мои. Я что-то думал, что меня хватит. А я, оказывается... А я, оказывается, немножко лопухнулся. Хорошо, давай. 10 хп всего лишь. У меня нет медиков. У меня нет тех растений, которые могли бы хилять. Ты что, думаешь, что я тебе вот так вот просто оставлю это? Нет, парень. Ага, ага. Что он хотел сделать? Давай-ка я уничтожу на всякий случай. Мало ли у него там что-нибудь такое есть, что нам не понравится. Вот, видишь, что он делает? Вот так вот. Был у него все-таки шар, да? Смотри, какой самоуверенный, а? А у него что, на следующий ход есть там какая-то имбовая комбинация, что он такой вот все так делает идеально, а? Давай посмотрим. Лишь бы у него не было этого удара, ребята. За 1 единицу энергии. Хм. У него, походу, ничего нету. Раз он занимается добором. Очень интересно. Так, могила Ед нам понадобится. Ну, давай. Ну, его, естественно, уничтожаем. И это однозначно, ребята. Кто бы там ни был. Хо-хо-хо. Я тебя понял, парнишка. Неплохо устроился, ты смотрю, да? Так, сработает защита у него? По-моему, крышка ему, ребят. Да. Окей, двигаемся с тобой дальше. Ну, ребят, 50 на 50. Картошка нормуль, нормуль себя показывает. Даже смотри, самое удивительное, что... Ой, тихо-тихо-тихо, подожди. Я же хотел поменять кое-что. Короче, я убираю вот эти вот листочки, которые вот нафиг мне не нужны на самом деле. Где они? Вот они.
бред какой-то на самом деле. Никакого эффекта не вижу от них, хорошего, по крайней мере. Лучше мы с тобой возьмем здесь. Лучше мы с тобой возьмем. А кого тут лучше взять-то? Виноград или... Вот это проблема, да? Начинается. Можно взять еще пустую лужайку. Или даже грибную лужайку. Кстати, грибную лужайку тоже можно взять. Она довольно неплохо, ребят. Вот грибочки себе плодить, да? Мешать, так сказать, противникам. Два защитника. И вот этот вот. Ну, с другой стороны, он как бы, ребята, может и помочь в трудную минуту, когда, например, тебе выпадает растение. Причем не забывай, что оно идет 1+1. Но обычно, когда он тебе выпадает, у тебя нету энергии, к сожалению. Ладно, посмотрим. Угу. Этого мы оставляем в руке сразу же, это хорошо, ребята. Так, заменяем здесь и вот здесь. Плохо. Две слишком тяжелые карты, причем с самого начала. Это нехорошо. Ну что, будем надеяться вот на этот цветочек. Что он там делает? Блин. Вызывает двух чудиков этих, да? И они меня атакуют. Оу. Слушай, вот это вот неплохо, ребята. Вот это вот неплохо. Яйцо. Так, у нас с тобой... Блин, ну как вариант, только лишь одно делать. Вот так вот. Поехали. Кто там вылупится у тебя? Сундук. Я надеюсь, у тебя никого нету там, чтобы поставить на сундука. Ага, меняет. Так, ну что, наверное, мы с тобой уничтожим сундук. Луна. Ага, а вот, ребята, и кактусеночек у меня прибыл как раз вовремя. Как раз кстати. Ну что, ставим его сюда. Спрятать за могилку, наверное, он сможет, да, успеет. Хотя вряд ли. Ох ты, кровожадность. Вот это плохо. Что ты там задумал, а, гаденыш? Что ты там задумал? Мне это совсем не нравится. Так, что здесь делается? Кровожадность и прочерк. То есть пробивает насквозь. А я тебе говорил, что надо было брать побольше ландшафта. Ха. Побольше, блин, ландшафта. Ладно, фиг с ним. Я рискую, ребята. Так и так. Кто там у тебя? Ага. Но ему, конечно, лучше атаковать сюда. Понятное дело, да? Вот почему. А, он в меня даже бомбанул. Он заса... О-хо-хо-хо-хо-хо, смотри. Блин, а у меня энергии нету. Да, ребята, это, по-моему, крышка. Мне даже поставить некого, понимаешь? Защита, конечно, сработает у нас с тобой. Угу, сработает. Аж 30 раз. Тут попадос. Я могу, конечно, поставить защитника. Да не могу я никого поставить здесь вообще. Ладно, ребята. Ну, другого варианта нету. О, даже как. Сейчас танцоров двух поставить сюда. Ё-моё. Да.
Да. Ну и как это меня спасет? Да никак, ребят. У него же здесь, ага, с прочерком, с прибивным 7,9. Защитника в любом случае он пробьет. В любом случае пробьет. Да еще неизвестно, что у него там есть. Сейчас посмотрим, если он уберет этот пенек. Да ты запарил, а. О, даже как. Вот даже как он делает. Да, ребят, только один вариант. Вот так вот делать. Нет. Да кто же знал-то, блин, что у него этот хмырь будет. Естественно, ребята, пробивает. Естественно. Наносит единицу урона. Он погибает у меня. И этот добивает. Почему я не поставил сюда, а? Вот объясни мне, вот почему. А хотя, знаешь что, он бы все равно попал бы по мне и уничтожил бы. Короче, давай-ка мы с тобой возьмем, наверное, побольше лужаек. С ландшафтом, конечно, ребята, надо, чтобы было побольше его. Так, у нас всего лишь одна лужайка. Уберу я, наверное, все-таки. А, нет, у нас две, вот это вот я уберу. И поставим с тобой лужаечку одну. Вот это вот, наверное, тоже убрать, наверное, надо. Или не надо, или оставить. Ладно, попробуем так сыграть. Поехали. Две всего, два ландшафта. И шанс выпадения, ты сам понимаешь, маленький. Как говорится, мы с тобой топчемся в данный момент просто на месте. Победа, проигрыш, победа, проигрыш, победа, проигрыш и так далее. Арти 5 Pro против нас. Ну давай. Вот где вот этот гриб, когда он нужен был, а? Вот где вот он был? Как раз против этих всяких гаргантюа и тому подобное. Яйцо. Ну давай я сделаю вот так вот. Кто там у тебя появится? Опа, профессор кислых щей. Ну ему, естественно, крышка. Дальше мы с тобой пропускаем ход. Хотя нет, подожди, сейчас посмотрим. Да, пропускаем. Ну что-то там у тебя, что-то есть? Ага. Вот так он сделал, понял? Честно говоря, пока не знаю для чего. Ага, вот для этого что ли? Так мы его убираем. Опять мне, да? С ландшафтом не повезло. Ландшафт мне не дают ни шиша. Он вызывает двух подтанцовщиков. Потратил, да, свою суперспособность. Ну, ребят, фиг с ним, пускай. Так, мы с тобой сейчас поменяем кое-что. А именно, вот так. И вот так. Ну. Понятно, танцовщику крышка. Видимо, чуваку не повезло, по-моему, с картами. Фонарь на ландшафт. Ой, самое милое дело. Или лучше орех нам вызвать. Проскок. Тогда делаем вот так вот. Хотя хорошая карта, друзья мои. Он же может усилить. 3 единицы урона может нанести мне. У него есть, да, такой скилл. У этой сальцы есть. Видишь, 2 единицы урона. Бац. У него, кстати, с картами-то большая беда. Огромная просто беда. У меня в этом плане все получше. Но у него здоровья зато много. А у меня маловато будет. Ну что, не против, наверное, да? Никто. Если я сделаю вот так.
Ну и вот так. Естественно, этот грибок ему не по душе. Будет применять заклинание, будет получать в лицо. И он применяет. Тогда в лицо получи. Нормуль? Я думаю, что нормуль, ему понравилось. Так, ну что ты там еще будешь делать? Я жду. У меня есть, если что, я могу убрать этот гриб. Могу поставить две груши. Ну и что это у нас такое? Синтез здесь, зомби получает проскок 3. Даже так. Даже так ты сделал, да, парень? Блин, плюс 2. Ну давай сделаем вот так вот. Что у тебя там есть в закромах? Покажи-ка мне, пожалуйста. Применяешь заклинание, получаешь в лицо. А он так и делает. Фиг с ним. Так, сработало. Еще раз сработало. Двойной проскок ты делаешь, да, значит? У меня есть шаман свой, я, в принципе, захиляюсь. Этого я рубану. Даже вот так вот. Бесполезно. Так, ставим сюда с тобой кактусенка нашего. Делаем с тобой шаманство. Оу. Хо-хо-хо. Слушай-ка, очень даже прекрасная карта она выпала с тобой. Так, ну что там у тебя? Показывай, что ты там прячешь. Наносит 3 единицы урона, а вот это зря. Это было зря. Так, друзья мои, ну тут вообще классно. Смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Ага, ага. Смотри внимательно. Так. Да? И вот так. И можем... Да, в принципе, больше ничего и не надо. Ага. Жаль, жаль. Как тусенок мой погиб ни за что. Но посмотрим, как он здесь выживет. Шансов-то нету, ведь так? Все, парень, крышка тебе. Получил, как говорится, по щам. Ну что, ребята, а мы с вами продолжаем потихонечку, полигонечку играть дальше. Так и будем топтаться на месте. Возможно, в скором времени я попробую сыграть еще за какое-нибудь растение. Надо будет только подобрать определенные карты, да, чтобы было и то, и все, и защита, и атака, и, может быть, где-то немножко бафа, немножко ландшафта. О, кстати, вот против почему-то ржавого разряда у меня хорошо получается играть. Может быть, такие противники доставались не очень мощные. Слушай, ну, в принципе, для начала неплохо. Пузырь. Ну, пузырь как-то не особо хорошо. Пропускаем с тобой ход. Жалко, нет у меня, да? Что-нибудь такого эффективного. Если его выставлю, он будет атаковать, так? Скорее всего, он его будет атаковать. Поэтому не будем пока тратиться на него. Вдруг нам что-нибудь получше здесь выпадет. Ты издеваешься, да? Так, ребят, что-то он не особо спешит что-то вытворять. О, даже как. Вот он что решил сделать. Слушай, ну как варик мы можем с тобой сейчас такую замутить штуку. Опа, 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 опа. Так, как вариант, друзья мои. Улучшаемся. Почему... Я говорю, улучшаемся. И вот так.
поехали. Да-да-да-да-да, я знаю, что ты не ожидал такого эффекта, но извини. На тебе в табло. Захотел себе картишки тут улучшить, ага. Раскатал губежки. Что ты там планируешь, парень, сделать? Я не могу понять, а? Я забыл, а я забыл, забыл, забыл. Ребята, что вот так вот делается? Кто там у тебя? Ага, давит шар. Плохо. Все это очень, ребята, плохо. Ну что, я, наверное, сделаю, что и должен. Смотрим. Опять давит. Шарами, значит, в запасе. Что там? Вытягиваешь карты? О, даже как. Так, ребята, тут у него минус 3. Фигово. Сейчас еще по две карты вытянем за счет этой халявы. Оу, спасибо. Так, могила еда, ты можешь, точнее, могилу можешь отсюда вообще даже убрать, даже не мечтать о ней. И да, но все равно сюда, да, притянет его. Ну давай поставим, фиг с ним. Карта лишней не будет. Что он там? Вирус делает. Угу. Я не знаю, ребят, что он там получил за карту. Раз, два. Так, 8 хп у него остается. И еще по карточке. Так, ну что, ребята, тут вопрос решен. Мина пойдет в бой. Нет, 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 ты даже не думай, этот все равно здесь ничего не сделает. Если ты на это рассчитываешь. Сюда я выставлю мину. Ага, не будем пока делать. Поехали. Все, он мечтает своего этого дракона. Опять вирус. Твою налево, он прокачивает, да? Он прокачивает его. И еще даже прокачивает. Ну, парень, тогда по тебе бомба моя плачет. Что я могу тебе сказать еще? Сейчас мы зарядим с тобой бомбочку вот эту вот. И поставим грушу на воду. Плюс как тусенок, да? Так, профессор. Что-то мне, конечно, не особо нравится вот это все. Будем честны. Так. Давай я сделаю вот таким вот образом. Ну и вот так вот. Поехали. Вирус. Опять он со своим вирусом. Он достал. Ну, смотрим. Срабатывает защита, естественно, ребята. На тебе еще плевочек в лицо. Угу. А мне и поставить-то некого, да? Будем надеяться, что он кого-нибудь, может быть, уничтожит сейчас. О, как. Ты посмотри. Так, минус этот охламон. Ну что? Тут только один вариант, ребята. Только один. Это сделать вот так. Ну да, перенесут, конечно, не спорю. Ну и вот так. Поехали. У него одна энергия. Я не знаю, что он там сможет сделать. Что он там? Ага, ну вот так вот. В любом случае,
ничего у него тут не получится. Но 2 единицы урона нанесет, да. Не спорю. А, не, я даже не нанесил, вот, елки-палки. Грушу, оказывается, перенесло сюда. Ищем, ждем. Что он там будет сейчас делать? Ты запарил, а? Ты просто запарил меня вот этим своим драконом. Если честно. Он хочет сделать добор карт. Хочет сделать добор карт. Ну, что я могу предложить? Вот так вот сделать. Ну и вот так вот, в конце концов. Давай посмотрим. Хватит ли у него силенок вирус? Ну, возьмешь ты карту, парень, а зачем тебе это? Зачем? Все, он сдулся. Ну, как-то так, друзья мои, как-то так. 50 на 50, я вам еще раз говорю, эта колода собрана лично мной, нигде не подсмотрена. Ну, опять же, скажу тебе, все зависит от начальной руки. Если выпадают те карты, которые нужны, то все идет по плану. Если выпадает имба, нужно как-то дожить до нее. И потом уже начинаешь разносить врага. Ну а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!